Белорусский металлургический завод наращивает экспорт на внешние рынки. Об этом шла речь во время посещения предприятия премьер-министром Романом Головченко. Сейчас БМЗ восстанавливает свой обычный режим работы. По итогам июля прогнозируется рост объемов выплавки стали на 18% по сравнению с предыдущим месяцем. Положительная динамика ожидается по показателям экспорта и объему полученной выручки. Как крупный экспортер, БМЗ ощутил влияние коронавируса на мировую экономику. Сильнее всего пандемия сказалась на метизном производстве, в частности, на реализации такой дорогостоящей продукции, как металлокорд. Из-за карантинных мероприятий многие европейские потребители либо заметно снизили объемы его закупки, либо поставили на паузу имеющиеся контракты. Постепенно рынки оживают. География поставок включает 49 стран. В числе самых крупных импортеров – Россия, Израиль, Литва, Германия и Нидерланды. Производственные мощности предприятия сейчас загружены в соответствии с заказами, что фактически исключает наличие складских запасов. Председатель облсполкома Геннадий Соловей принял участие в чествовании экипажей комбайнеров-тысячников. Сейчас в Гомельской области убрано более 30% площадей. Общая урожайность составляет почти 300 тысяч тонн. При этом в 6 районах области 20 экипажей комбайнеров-тысячников и 45 водителей, которые перевезли по 1000 тонн нового урожая. В этом году большинство сельскохозяйственных предприятий сработали достаточно эффективно, и сама организация труда заслуживает высоких оценок. В качестве подарков сертификат на набор посуды Добрушского фарфорового завода, благодарственные письма от облсполкома и символический знак «Лидер уборочной кампании 2020». В этом году Гомельская область должна завершить сбор урожая с хорошими результатами, но темпы работ необходимо ускорить. Зимний посев впереди. Требование губернатора – максимальное использование элитных семян. Красный мазырянин в этом году начал отгрузки в Казахстан. Об этом шла речь на встрече председателя Гомельского облсполкома Геннадия Соловья с трудовым коллективом предприятия. В целом кондитерская фабрика поставляет на зарубежные рынки до трети продукции. Сладости из Норовли знают в России, Украине, США, Азербайджане, Грузии. Геннадий Соловей обратил внимание, на белорусском рынке есть и более дешевая аналогичная продукция, однако норовлянские сладости отличаются качеством и натуральностью, что, безусловно, ценит потребитель. Во время посещения Норовлянского района председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей вручил ключи от новых домов семьям молодых специалистов. Новоселье в агрогородке Завойте отмечали две семьи работников местного комбината «Заря». Два одноквартирных жилых дома построены по поручению президента. Каждый дом площадью более 82 квадратных метров. Есть приусадебный участок. Такую практику в регионе намерены продолжать. В Чечерске чествовали медицинских работников, которые противостояли пандемии COVID-19. Главные герои торжественной церемонии – работники районной больницы и санитарной службы. Не только медперсонал, но и те, кто помогал им в этот сложный период. Помимо местных властей, свою благодарность медикам выразили представители общественных объединений. Открытое акционерное общество «Отр» и «Звезда» передали денежные сертификаты районной больницы и центру эпидемиологии. Для учреждений это хороший стимул для дальнейшего развития. Спасатели Гомельской области присоединились к челленджу мощи. Флешмоб накануне Дня пожарной службы запустили работники МЧС из Витебска. Свою богатырскую силу продемонстрировал и представитель нашей области, начальник Добрушской пожарной части номер 1 Дмитрий Трушков. Он 15 метров протащил автоподъемник АПК-75, который весит 48 тонн. Затем передал эстафету коллегам из других областей.